бежит. Сейчас вот. Диман. Прыгай, я тебя поймаю. Мне бы сейчас маги бы капка хосты. Кстати, по поводу второй фазы ВКХМ, чтобы каждому объяснить и каждому, блядь, расписать, кто каждый должен что делать там, придется первого босса ВК обычки. Опять ты со своими конкурсами. Ибо за текстуры нельзя пролазить. То мы у селки перекинем хп, то мы идем в обычку тренироваться. Сейчас, чтобы он как предлагал Элбил, пойдем на лечение. Не, в обычку мы идем просто потому, что там не объяснишь, да. А там надо каждому будет позиционку. Ты беги. Ну, что там, где козу? Вчера с кислым 4 часа провели там, полностью расписывая вторую фазу. Да пошли действительно, говорю, на лича будем стоять, просто в осквернении. Человек с черепом налево, рейтинг направо. Мы первую не убили. Не, там не так будет. Бьем первую фазу, можно будет и вторую расписывать. Просто будем доходить до второй фазы, можно будет наныть на что-то более существенное, кроме 0,5 секунд. Я-то просто с нихуя наныл, просто ему чисто математически приведя. Лучше с нихуя ныть, и что-то ну, получается. Я с нихуя и ныл. Ну, просто стоит дезурон под полной неуязвимостью. Ему не надо вообще ни от чего уворачиваться, ни кнопочки для ротации жать, ничего. И просто за одну секунду, за 0,8 секунд успеть среагировать, отвернуться. Это как бы вообще не сложно. У нас половина АФКш, это суммарно. А когда... Ты кто как, там как какой-нибудь там Иршан, который цепуху кидает, и не можешь спиной стоять к нему. Там уже не среагируешь за одну секунду. Я уже с умонью прогружаюсь. Кто там про глубинный камень спрашивал? Там у меня кто-то это покупатель. Кто у тебя покупатель? Кордвей. Бля, какого хуя он мне сейчас пишет, я вот не понимаю. Он всем пишет. Бля, он просто так мне написал. Я, блядь, не спавлю ни в ЛФГ, ничего он не пишет. Глубинный камень продаж. Я только зашел в ЗС, он мне сразу написал. А пуки нынче, знаешь, какие прошаренные пошли? Они, короче, чекают, то гильдии находятся по званиям и спрашивают. Они добавляют друзья и типа видят, вот, из друзей находится там, где он сразу лоб. А чё с ЦЛК продадёте? А чё с ЗС продадёте? Короче, троих нету в инсте. Кого? А, ты прогрузился. Саворио и Сантея. Сантея, Дима, Сумонти. Стал вообще драконьим по гости стоит. Он в РС-ку собрал. Говорю, 8:30, блядь, я забиваю, сразу распускаю рейд. За 2 часа вообще должен фулл-инст проходить, по идее. То, что не донесли, вообще похуй. Дайте рыбу, пожалуйста. Есть временный. Самое вкусное там как раз и вайши остается. Самое вкусное, но потом мы ставим. А потом и не будет. Ну чё там сало? Дайте рыбу. Да без сала. Матиолус, смотри. А тут же пропустить нельзя там, да? Босс? Давай в танке пока. Давай ещё нет. Клад, будь в танке.
этот... Войд, ты на боссе. Чёло, перекинь в пятую. Да сейчас, блядь. А рыбу-то ставили, нет? Нет, еще не ставил, сейчас. У меня снова тут фризы. Сейчас отфризит. Равняется и... Ещё рыбу ставлю. Поставил. Да и планеты нет. Опять шамана кидать какому-то. Миш, дай было. Мои можешь понять. Спасибо, Миш. В смысле, Миш, какому-то? Вот я не знаю, вы прикалываетесь, что ли? Вначале я в инсте стою, меня вначале Миша сумонит, потом конь. Трезуйте приста там, слышите? Трезуйте приста, даю проверку на бафу на пол. Все готово, поехали. Ловим рыбу. Да Мозер, убьем сниму. Лёха, кинь по себе каску. Да что коваться-то снимать, если он... За день можно только одно ЕП получить за приход. Один типа за приход. Сделать. Больше не приходит. Не кроет. Бучие фрезы, пиздец. Просто. Можно у нас Войд будет всегда декатом? Не, я говорю, у меня... Он мастерею дает, наверное. Да, у нас вот Войд есть ДК, хороший танк, говорю. Можно у нас быть на все разовое мероприятие. До возвращения на рубин. Мы поехали. Опуливаем мобов кого-то. Единственное, о чем запара будет, то что у него огро меньше, чем у Нургулета. А пулы потячь отдавать. Не только с пулами. Тяжело. Кабос от тебя.
он откидывает, когда у него где-то в лице стоишь, или он вообще рандомно? Рандомно. А может быть, когда в лице стоишь? Конус. Я смотрю, бог стоят, вообще не знаю. Что долго вы бьете? Уже должен был спасть. Оружение. Что, забагаем еще раз? Они уже починили, наверное. Не ищите покупателей на Лока, на руки и ноги. Точнее, на ноги не можете искать? Искать. Да, не ищите. Да, и на шапку тоже не ищите. Секстант поищите. Ну, у меня как бы клиент мой висит, ждет. Я так и не понял, он говорит ему, не говорит. У нас вообще 2 часа РТ. Мы сейчас с этими бараками затянем. Серьезно, время. Да. Давай, класс. Пропустим правого, да? Там кто мне в личку написал, напишите еще раз. Кто там? Кроват? Дружин? Кто это? Тихонечко. Да, тут. Тут я тоже. Окей. Тоже на распылку. На ОКХМ. На ОКХМ? Не, я Мазеру отвечу. Че, ломимся? У меня каска пропала. Какой-то нормальный, да? Это нормальный, нормальный. Я зависла. Сурок. Искон. Пиздец. 2 часа, говорите? Пошлите сразу, блядь, шо. Дезерон сидит, вы чё, сука, не хотите мое око травить? Никого око-то делали, да? Кстати. Тебе говорили, да, что сегодня сапфировал? Раз такая возможность пошел. Так, где у нас? Где у нас новый шипешка? Я тоже отойду, чтобы потом не отходить. Что-то я вроде авторизовал, он куда-то пропал. Стругулак, поди еще зашел. Мяка, у тебя резко не убита или у тебя личаха? По-моему, и там, и там. Ну, типа, если у него не убит лич, логично, что у него не убит и РС. Для того, чтобы ему убивать РС-ку и лича, немного доодеться. Потому что сам понимаешь, это аркан мах. Понятно. Нет, ну,
просто чтобы ему кидать Blizzard, ему не надо там дамажить. Что ты будешь говорить на второй фазе? Да иди до второй фазы. Потом я что-нибудь придумаю, что говорить. Да, вчера, короче, начиналось все красиво, вот когда мы бегали по кругу, но где-то полкруга пробегаешь, и все, там пиздец полнейший творится. Хилы ближе, РДД дальше, ты бежишь от пера, тут перед тобой еще одно. Так-то вроде выживаешь, но в канале это... Урон там только от луж не проходит, урон проходит от того... Если несколько человек стоят в одной зоне, блядь, когда перья падают, именно в одном месте. Там можно бегать за боссом вообще хуй пойми как, типа, как хочешь. Через лужи можно перебегать, лужи не дамажат. Лужи единственное, что делают, если ты 4 секунды стоишь в луже, у тебя стакается дебаф на повышение урона. Лужи сами не дамажат практически. Там минимальное количество вообще. Это скажете, когда зайдет? Ну, мне полтора года назад как бы упал первый, и до сих пор что-то... Понимаешь, у меня в запасе 1000 монет еще. А, ну, это повезло. Голос у меня прикольный, да? У кого? У Неликса? Потрясающий голос, да. Что вам не нравится? Нет, я говорю потрясающе, что ты. Где ребят, гречи? Тут два больших бегают, пиздят вас, или зайдите, или что пока не заходите. Да-да. Да, заходите, я тоже пизды даду. Ну вот нахрен вы бегаете, в воду падаете. О. Думаете, туда он не побежит за вами? Что за хуйня? Мазур, хорошо тебе притвориться, еще и диванчик дали. Классно. Мертвый под диваном. Не, он не мертвый, он притворился. Мертвый под диваном? Он не мертвый. Но под диваном, да? Бля, проверьте, кто-то под диваном, он там мертвый или нет. Может, у кого-то лежит-то? У меня лежит, но живой. Хай девка идет резко, что ему говорит.
Нормальный был? Пока непонятно. Это с этими паразитами. Да, паразит. Он может лужу разлить, если что. Опять дисконт? Нет. Я выпустил луч, у меня все повис. Забыл про лаг. Твой луч не пробил тебе монитор? Сервак пробил. О, грибочки, оказывается, на нас тоже работают. Лёш, да, ассист? Да. Или комбат? Да, ассист. Это на кого? Перчатки. Надо шапки. Чего? На Лока или? На Лока, да. Я тут, потому что есть клиент. Ну, значит, на что мы? Я говорю, на все. Лёша, когда я зашел, сказал на Лока, токены, все. А ты, по-моему, сказал, типа, ищите. Нет? На все есть. А, окей. На все есть, если хочет, может говорить. Не наоборот, типа, что-то показалось, что можете искать. Сейчас напишу там, да. Дальше обещу. Паразит. Все могут быть. А ДВ когда, завтра пойдет или нет? Да, скорее всего. Окей. Сейчас лужа будет. Кават, жги. Женен, да не знаю я, приди на манекен. Смотри, рассказывай, тебе все равно, наверное, заняться нечего. Ты слышишь меня? Смотри, снимаешь все предметы, которые дают тебе СПД, получается. Типа как кольцо, да, зларепу. Ну, которое на время тебе бафнул СПД. Снимаешь там тринкет, который дает, да, плащик. И просто кидаешь ему.
типа, и при каунту смотришь, сколько и у тебя проходят тики, типа, обычные и крит. И вот, в общем, получается то, что критический тик должен быть в 3 раза больше, чем обычный. Главное, сними все предметы, которые тебе, ну, увеличивают СПД на время. Смотри, так и так и пианист выиграл. Боешь. Лёха, чё за читы? Да оставь типа группу. Если брюль падает, понимаешь, то всё остальное. Точно, так... группу очень было. Зачем сейчас пух будет? Лёха, а со скольки монет брюль упал? Одной. А прикинь, пух выиграет, боешка, чё ты ему Охренеть. Ничего, просто это... Слушай, Лёха, ты у Грети... Просто пуков покупать. Лёха, ты у Грети спроси лучше всего, когда это, брюли вытаскивать, он тебе скажет. Я уже... Понимаешь, я уже даже время записал, я уже, блядь, там это... Свечку в церковь сходил, поставил. Да. Вообще никак не зависит. Я утром тоже... зашёл перед работой в игру, и мне Гретя в обмен 2 рубля кидает, говорит, только что с рулетки выбил. Типа так же свой, по-моему, второй или... По-моему, второй брюль просто монетку, ну, получил у этой на келе. Зашел один раз, крутанул, ну, тоже просто мимо. Не, ну как просто я крутил по вечерам всегда. Ну, ночью, вечером. Вообще не зависит. Сейчас Т4, 4 мага. Да ничего страшного. Так, киньте хорошенько сейчас. У нас фарады диспелят же. Давайте посмотрим диспелы. Давай. Пахнет это 250 или не пахнет? Фарада, бля, дай МК, пожалуйста. Ну, чё, какой вредный? Секстант выбью, не нужен. Не нужно, точнее. Секстант продам, да. Ой, а кто это на первом месте? Что за член рейда со странным ником? Я не успел заскринить когда. Белл, знаешь, что самое забавное? Что я вот до этого, буквально секунд за 5 до этого, открыл рассеивание. Посмотреть, что там парада делает. Вот специально, блядь, сидели, подсиживали меня. Да я вообще хотел заметить, что у нас еще 4 шипа приста, 3 шипа приста в рейд. Там он еще... Никогда такого не было, и вот опять, да? Это откуда вышло? Вы вот откуда это... из пола мобов взяли? Блядь. Короче, нул что-то делал текстурами, он походу на... В смысле намудрил? Ну, он арену эту увеличивал. Или ты их снизу... А что, кстати, да, там это, по тринкам, чтобы Зарон написал. Клоника, это будет наша тайна. Насчет сапфира и талисмана. Я все видела. Что он там с ним сделал? Время увеличил, не время, а этот, блядь, типа, больше шанс прока с доты будет, типа, Я понимаю, если он бы время сократил между стаками. Ну там трэш еще есть, нет? Нет. Знаешь, Ген, я тоже думал, типа, а что там еще сделать можно, особенно в сапфире. В сапфире, типа, все ок. Так, сантей с лакой, короче.
играть на двух боссов пока что. Дайте ребёху, пожалуйста. Вот ребёха на палатке. Салат в редких аспектах. Ставлю рыбу. Ничего, жена, 300% или нет? Этого в рейд надо засовывать, Ханта? Да, да, да. Тогда помогите, пожалуйста, нажмите на портал, если у кого рейд клик работает. Ты ж не шкафируешь. Сантей, ты просто уйди из игры, выйди, и потом зайдешь, как этот хант уйдет, и все. Он уже протянулся, наверное. Нихуя там на остров. Сантей-то, оказывается, да, нахер. А випку не палит. Не портует ханта. Он тут уже, все. Фарада. Чего? Дай МК, блядь, съебал. Пристабаф дайте. Дайте пристабаф. Семья готова. Карина. Она вообще на месте бегает. А там палатку изучает. Че с Кариной? Все, вижу. Зависло, видим. Все готовы, поехали. Хант нихуя не знает, так что если пойдет в контроль, то его убьет, очистил свой ЕП. Какой контроль здесь попадет? Он и демона-то не убьет, не убьет. Пойдет в контроль. Кто первый успеет его убить, тому 100 ЕП начнет. На втором, на демоне. Всегда. Сейчас так смотришь, весь рейд вокруг этого ханта встал. И каждый его фокус, да, взял заранее. Да. Вы сразу в таргет. Низар, кидайте и смотри. А это мысль, кстати. Давай, Геру. Да, только я вторую, блядь, стилую кровь прожал, что будет. Миш, а почему насквозь он по-другому смотрит? Зона. Насквозь луч не так отображает. Ну, он бывает, когда как. Не кривое отображение. Скините потом рекаунт в Дискорд, попробуй. Демоны. Блин, таланты кривые. Он ДБМ пишет. Не, нет. Вихрь. Специально стал на максимальный рейндж атаки, чтобы он до меня не доходил, все равно добежал. Демоны.
может, раздалась кому-то твоя собака. Это вообще обычно с хилбота и буду убирать. Паника прохилить не могут, а ты собаку включишь. Было страшно, кстати. Я от испуга себя хилить начал о чем-то. Идите с босса, могу даже утонуть. Набежали, да? Сможете сумануть меня быстренько? Блин. Так и быстренько. У меня, блин, таланты под око гер стоят. Так. Ну и нормально. Урона нету, выживаемости есть. Чё, конника не дали из деревьев? А что, ты попросил что-то? Нет, давай, Войт. Давай, Войт. Даю. Кир, Настя, на танк. Где ты? Какой-то нормальный? Паразит.